затих у взорванного моста. ГСН растаяла во мгле, зампады нетерпящий удобства умирает на сырой земле. Жаркая нерусская погода застывает на его губах. Звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет. И к нему на бедренной повязке вражеский наемник подойдет. Подойдет, осмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурив глаз. Скажет: много съел я бледнолицых, русских буду кушать в первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равненье, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька-шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Торни. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Торни. Пусть им вечным памятником станет проходная возле Торни.